питали мене про дендробіуми маніліформи. Эти дендробіуми сейчас есть в продаже у Регіни в магазині. Я знаю, что многие из вас еще думают, покупать, не покупать. Я, конечно, не особый знаток этих дендробиумов, но вообще мне дендробиумы как растение очень-очень нравятся. А вот такими вот варигатными листьями вдвойне. Дендробиум манилиформе – это японское растение. Ну, мы покупаем с вами из заказов с Кореи. Гляньте, какие красивые листочки. На самом деле эти дендробиумы несложные в уходе. Главное поймать полив, правильный полив и хорошее освещение. Замечательно растут в амхе или в смеси мелкой коры с амхом. На блоке, если у кого-то есть возможность держать атмосферную влажность и опрыскивать их каждый день, то растут они замечательно. Это не крупное миниатюрное растение. Обратно ж таки, много места не занимают, чем обычно и радует нас на домашних подоконниках. Вот такие вот красивые кустики. Этот дендробиум у меня еще ни разу не цвел. Я, по всей видимости, где-то лоханулась в уходе, скорее всего, в зимнем уходе. Нужно было держать его немножко посуше, а я, по всей видимости, давала ему лишнюю влагу, поэтому у него появились кейки. Ну ничего, кустик разрастается, это уже хорошо. Вон, видите, какой хорошенький кейк растет. Я уже два кейка отсюда сняла, подарила их своей подруге. Вот. Ну, ничего, пусть разрастается. Будет у меня хороший кустик. Даст Бог, конечно, все равно он зацветет. Мне очень нравятся запахи дендробиумов манилиформы. Они такие, знаете, с примесью лекарственных трав. Очень приятный запах. Я люблю такие запахи. Я вот даже на рынке другой раз хожу, и вот мимо прилавков, где торгуют травники, я прям останавливаюсь. Так вкусно пахнут лекарственные травы. Обожаю этот запах. Что в этом году у меня было нашествие мучнистого червеца. И, конечно же, он не обошел и мои дендробиумы манилиформы. Заметить на них мучнистого червеца очень сложно, потому что вот эта белесая варигатность на листьях, она, конечно же, скрывает их. То вот это вот мне давали деленку, по всей видимости, как мне кажется, она не выживет. Хотя, кто его знает, это задние бульбы были, вот они дали вот такой вот рост один, и вон второй. Ну, видите, я их обрабатывала, и листочки, конечно, повредились, а для дендробиума на стадии развития очень важно сохранить всю листовую массу, иначе у них останавливается развитие. Старые псевдобульбы здесь уже высохли, питания здесь как такового нет, поэтому, ну, вот этот вот дендробиум, допустим, под очень большим вопросом, выживет он или не выживет. Я уже думаю, может быть, пока не поздно достать его отсюда, привязать на кусочек коры и брызгать его. Потому что, ну, горшок, конечно, он хоть и маленький наперток, но для него он очень большой. Наверное, так и сделаю. Сейчас достану его и прикручу на кусок коры, повешу у себя на кухне перед носом и буду его брызгать. А вось приживется и выживет. Всякое бывает. Вот этот вот дендробиум уже третий раз цветет в моем доме. Тоже у него, посмотрите, какие красивые листочки. Очень красивые листья. И тоже его кушал мучнистый червец, но этот дендробиум немножечко покрупнее. Поэтому не все листья у него отпали после обработки, кое-какие еще и остались. Вот такой он имеет цветонос. Цветочки с салатновым таким обраблением. И с такой вот красивой
бордовой губой. Запах, еще раз повторю, такой лекарственный. Ой, надо поймать его в руки. Вот такие цветочки. Правда, красивые, хорошенькие цветочки. И растение само не крупное. Старые псевдобульбочки. Он цветет обычно не с нового роста. Ну, вот, например, вот этот вот, давайте возьмем вот этот вот рост. Вот он вырос за год, а процветет он только в следующем году. Процветет он уже практически с голой псевдобульбы, с голой палки. Сейчас у Регинки в магазине снова есть дендробиум. Мне там один так понравился, практически полностью с белыми листьями. Ну, мы с вами понимаем, что за один раз все купить просто нереально. Я думаю, что в моей жизни еще будут дендробиумы и саркохилусы, о которых я всегда мечтаю. Купим, посадим и будем выращивать. Но дендробиума манилиформа выращивать в домашних условиях очень удобно. Если есть возможность зимой устраивать им прохладную зимовку полусухую с опрыскиванием, а летом яркий свет, то они растут очень хорошо. Летом поливать их надо часто, и удобрять их нужно, кормить их нужно. Зато такие вот тростнички, вот такие вот красивые листочки будут всегда радовать вас. Вот так, смотрите. У меня есть вот такой вот блок. Это называется как миниатюрная больница. Когда-то давно мне дали эрию с китайского леса. Вот старые псевдобульбы. Видите, тут вот еще несколько псевдобульб, вот, которые пропали. Но я их прикрутила вот так вот на блок. И думаю, ну, будь что будет. Я всегда даю шанс любой псевдобульбе. И вот смотрите, видите, те старые псевдобульбочки все-таки у них оказались живыми слепые почки у основания на ризоме. И они дали вот такие вот маленькие ростики. Это миниатюрная эрия. И вот на этот блок, в эту больничку, я и прикрутила этот дендробиум манилиформа. Видите, старые бульбы, ну, все, они пустые, они высохли. И теперь остается только уповать на Бога, чтобы вот этому молодому росту хватило питания дать свои корни. Ну, вот эти вот два маленьких кейка, вот этот и где-то еще один, где-то там совсем маленький есть кейк, то здесь, конечно, все под очень-очень большим вопросом. Почему? Потому что это старая псевдобульба высохшая, а у молоденьких ростов только появились зачаточки листочков. Скорее всего, питание им для роста брать будет неоткуда. Ну, вся надежда вот на этот рост, потому что рядом вот находится еще хоть и высохший, но еще зеленый рост. Значит, там питание для этого дендробиума еще есть. Вот так она и будет висеть вместе с эрией и каждый день опрыскиваться. Ну, если ему повезет, значит он выживет. Вот так я делаю всегда. У меня такие гастрохилусы есть и саркохилусы висящие. Я вам потом покажу. А на этом у меня все, друзья. Бажаю Украине перемоги. Все буде Україна, слава героям, слава нації, ми витримаємо, бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Пока-пока, до нових зустрічей.